Красное море. Сегодня немного штормит. Вот такая набережная здесь. Дети играют. Вот это здание строится. И набережная. Новый парнишок. Саудиты тоже облагораживают свою землю. Вот здесь такая набережная красивая, парк, мечеть. И там, говорят, есть даже место для купания. Очень странно, что возле мечети. Ну, проверю. Вот тут огромные такие туалеты. Сегодня море очень спокойное. Мне кажется, пляжи они закрыты. Там было нарисовано, что можно на пляже, но вот где-то что-то я их не вижу. Ну вот я нашла место пляжа. Вот оно. Но здесь, видимо, сегодня закрыто, потому что сильные волны. Никто не купается, поэтому никто не купается. Сильный ветер. Вообще это кажется каким-то заброшенным все. Вот эта грязь везде. Пойду подальше. Ну вот тут, видимо, какая-то купальная зона, которую с большой натяжкой можно назвать пляжем. Вот, но смотрится так, что он закрыт. Пришла еще к одному пляжу. Это какое-то все грязное. Но он тоже, видимо, закрыт. Что-то у меня существует подозрение, что здесь нельзя в купальнике купаться. Потому что практически в центре города.